Товарищи, помните, вы находитесь на линии фронта. Если хотите выжить, слушайте меня. Подойдите к столу и возьмите оружие. Надо двигаться быстрее, товарищ. И тебе нужно настоящее оружие, чтобы убивать фашистов. Звезда на компасе указывает на местоположение твоей текущей задачи. Оружие на столе, товарищ? Хорошо. Теперь вернитесь и доложите комиссару. Хорошо, товарищ. Звезда на компасе указывает на местоположение твоей текущей задачи. Ну, посмотрим, как ты стреляешь. Целься в мишень! Пистолеты и автоматы годятся только для стрельбы на ближних дистанциях. Если цель далеко, бери винтовку! К огневому рубежу! Готовы? Стреляйте по посуде! Представьте, что это враг! Советую целиться, козлок! Неплохо! Очень хорошо! Неплохо! Очень хорошо! Козлов, хватит! Теперь испытание на время. У тебя 15 секунд на то, чтобы сбить все каски. Готов? Огонь! Так, отлично! Теперь иди сюда и ударь по мишени приклада. Хватит, товарищи! Подойдите сюда и возьмите гранаты. Это же картошка, товарищ комиссар. Почему у нас картошка вместо гранат? Потому что настоящих гранат у нас слишком мало. Граната должна прикончить фашиста, понял? Так точно, товарищ комиссар, виноват? Теперь бросайте картошку в мишени. Хороший бросок! Очень хорошо! Хороший бросок! Товарищ комиссар! Товарищ комиссар! У нас тут пленный! Вот! Hören Sie auf! Bitte töten Sie mich nicht! Unsere Truppen umziehen ihre Positionen schon im Südostsektor. Мимо нашей линии обороны, на юго-восток. Wir werden von Kettenfahrzeugen und Artillerie unterstützt. Немцы готовятся атаковать с юго-восточной стороны. Это не шутки! В подвале дома на восточной стороне находится оружейный склад. Идите, наберите там боеприпасов. Я останусь здесь, присмотрю за нашим гостем. Помните, чему вас учили? Вперед! По траншеи друг за другом! Василий, ты первый, остальные за ним! Возьмите автомат! Проверьте, заряжены они или нет! Магазин должен быть полный! Сюда! По лестнице! Козлов! Стой, не торопись! Брось дымовую гранату, чтобы нас было не видно! Гранаты вошли! Погоди! Пусть дым поднимется! Держитесь, товарищи! Еще чуть-чуть! Ух! Пошли! За мной! Фашисты! Вот! Противника! Огонь! Коммунисты! Да drüben bei dem LKW! Петро!
вражеская пехота! На нижнем этаже! В разрушенном доме! Бей фашиста! Рядовой! Забьем на укрытие! Oben im ersten Stock! Auf der linken Seite! Geborthilfe, er wurde getroffen! Вражеская пехота! На втором этаже! Справа от нас! Feindliche Infanterie! Oben im ersten Stock! Auf der linken Seite! Вражеская пехота! На втором этаже! Слева от нас! Feindliche Infanterie! Oben im ersten Stock! Fässern da drüben! Achtung! Russische Granate! Kommunisten! Erste Faschisti! Umisch Kopf bis Kopf! Geredi! Kommunistische Truppen da draußen! Ящиками! Впереди! Товарищи, не домой! Фальтихи, смотри! Стоп! 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 Черт! Я думал, нас тут просто учат! Помни, быстрее всего учишься в настоящем сражении!